Дружелюбные братья и сестры, дорогие друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Желаю вам обильных Божьих благословений. Пусть мир Божий пребывает в каждом доме, в каждой семье, в делах рук ваших, чтобы охрана и защита Божья и Его святой покой сопровождал вас во все дни жизни. В то время, когда многие люди ожидают различных переживаний, волнений, кризисов, катаклизмов, мы, уповающие на Господа, должны укрепляться в силе и понимать, что скоро грядет Господь. Давайте усилим наши молитвы в 2013 году за тех, кто трудится на Ниве, на полях, приводя людей ко Христу. Давайте будем благословлять команды года для Иисуса. Давайте будем молиться за открытие новых церквей. Давайте будем ставить для себя высокие цели. Пастора, епископа, я вдохновляю вас. Давайте вместе соединимся в том труде, чтобы еще приводить многих людей ко Христу, открывать больше и больше церквей, чтобы больше и больше было возможностей для людей, живущих в нашей стране, провести вечность с Богом на небесах. И сегодня я молюсь о том, чтобы Бог хранил вас и ваши семьи, чтобы Бог благословил каждого человека, живущего в нашей стране. Давайте будем уделять внимание молитвам за начальство, за власти, чтобы жизнь была тиха, благословенна. Я верю, что у Бога есть еще очень много того, что Он хочет излить от престола своей благодати, благословить свой народ и нашу страну. Пусть Бог благословит каждого из вас. Еще раз поздравляю вас с Новым годом и желаю вам обильных Божьих благословений. Да хранит вас Господь.